most of speaking to you at the Torah. We are hearing from Grand Raj Srimad Bhagavatam, the most beautiful Rasa Purna Lila of Sri Krishna. When Chaturmukha Brahma became proud, then to cut the pride of Brahma, then Sri Krishna did Brahma Vimoha. Когда Чатурмук Брахма, четырехголовый Господь Брахма возгордился, то Шри Кришна совершил лилу, который сбил Брахму с толка. When Indra became proud, ручкой нет, есть у кого-то? Когда Индра возгордился, то Шри Кришна поднял Гирирадж Говардан для того, чтобы обрубить, подрезать эту гордость Индры. So similarly, when Kamdev Kyuri became proud, then Sri Krishna performed the Rasa Lila by which he cut the pride of Kyuri. Подобным же образом, когда Купидон возгордился, то Шри Кришна совершил эту лилу для того, чтобы Раса Лилу, для того, чтобы подрезать, лишить Купидона его гордости. So this Rasa Lila is known as the Kamvijaya Lila. Эта Раса Лила известна под названием Kamvijaya Lila. The pastime which has such Achincha Shakti, inconceivable potency, that simply by hearing this Rasa Lila with the Swadha, then the Kam, Aprikam Jnanamitena, Jnanino Nityavayana, that which covers our identity, and all ignorance is removed, all Kam is removed, all Avidya is removed by hearing Rasa Lila. И эта Раса Лила, она наделена такой Ачинтья Шакти, такой непостижимой энергией, что тот человек, который с Шрадхой, с верой в сердце слушает эту Расу Лилу, то тогда эта Раса Лила, слушание ее способно удалить все невежество, всю авидью, всю каму, все вожделение из сердца такого человека. Но тем не менее, эта слава Расы Лилы является второстепенной, анусангик. Это не являлось причиной совершения этой Расы Лилы. Шри Шукадев Госвами говорит, Викшаранта Манас Чакрей. Манас Чакрей означает, что Кришна, он поставил себе целью совершить эту лилу. So in Sanskrit, verbs can be conjugated in Atmanepada and Parasmaipada, means indicates Atmanepada means the benefit of the activity comes to the performer, and Parasmaipada means the benefit goes to the object. И на санскрите есть такое правило «атманейпада» и «парасмайпада». «Атманейпада» означает, что благо от деяния идет к тому, кто совершает это деяние, а «парасмайпада» означает, что благо идет к объекту. So, Vikshuranta Manas Chakra, Krishna made up his mind. This is an Atmanepada form. It means that he is doing this Rasa Lila for himself. И Викшаранта Манас Чакре – это Атманепада форма, потому что это означает, что Кришна совершал эту Расу Лилу для самого себя. Потому что Бхагаватана Питаратри, несмотря на то, что Шри Кришна является Бхагаваном, и несмотря на то, что Бхагаван Атмарам, он абсолютно самодостаточен сам в себе, but still, he becomes filled with the desire to perform this Rasa Lila. Но так или иначе, его переполняет это желание к совершению Расы Лилы. Why? Почему? You know, Sutta Goswami said, Atmaramas Chimona Yoga Granta Purukrame, Parvanta Bhattikim Bhattikim Bhattikim. Even Atmaram, great rishis who are self-satisfied, they still desire to render service, devotional service to Sri Krishna, itam bhuta guno hari, because Krishna has adabhut guru, astonishing qualities. И даже Сута Госвами сказал, Атмарамас Чамуна Йонир Гранта Пиурукраме, он сказал, что даже те личности, которые являются Атмарамами, которые получают, черпают удовольствие сами в себе, так или иначе, они испытывают величайшую радость от слушания Игры Шри Кришны. So
Потому что Шри Кришна наделен качествами, которые являются Адбут. Они удивительны. И даже несмотря на то, что эти риши, они самоудовлетворенные, и даже они желают совершать служение Шри Кришне и Враджа Гопи, потому что они наделены такими удивительными адбут качествами, которые поражают самое сердце даже их. So without further ado, I very humbly request our most dear Sri Achyuta Bhattaji Goswami Maharaj to kindly share with us the nectar of this rasa. Не занимая более времени, я прошу поделиться нашего дорогого Чутла Бхаттаджи Госвами этой прекрасной, удивительной харикатхой. Булвриндаван Бихари Лал Ки Джай. Шри Радха Шьям Сундар Дев Джу Ки Джай. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय Govind jai jai Gopal jai jai Govind jai jai Radha Raman Hari Govind jai Hari Bol Radha Raman Hari Govind jai Govind jai jai Gopal jai jai Govind jai jai Hari Govind Jai Radha Bulundavan Bihari Lal Ki Jai Om Namo Bhagavate Puran Purushottamaya Om Jayati Parashar Sunuhu Satyavati Hriday Nandano Vyaso Yasyasya Kamalgaltam वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपटसुन्दरद्वितकदम्बसन्दीप्तः सदा हृदये कन्दरे स्फुरत्वश्चीनन्दनः वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितम् श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुरवे नमः अंगनामंगनामंतरा माधवम 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 चांतरेणांगना इत्थमाकल्पते मंडले मध्यगो संजगौ वेणुना देवकी नंदनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कृतमंद मते दयां प्राप्त
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्रीमद् भागवत महापुराण वेरी वेरी ऑस्पिशियस श्री श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण राज вся слава непревзойденно благодатному Махапурана Раджи Шримад Бхагаватам. And in Shri Shrimad Bhagavatam Sahita, the Pancha Prana of Shri Shrimad Bhagavat is Shri Rasa Panchajaya. Rasa Panchajaya является Pancha Prana из Шримад Бхагаватам Пураны. Shri Rasa Panchajaya is the best portion of Shri Shrimad Bhagavat. Rasa Panchajaya является наилучшей частью, составляющей Shrimad Bhagavatam. The Ras was described previously in previous lecture that Ras, meaning of Ras is of three types. There are three meanings of Ras. Вчера мы слышали три определения того, что такое раса. One is a type of dance. Первое определение расы – это вид танца. Натай грихит кантихинам анньоннатта карашниям нартикинам бхавит расаха мандали бхуи нартанам. According to this definition, the ras nirti is this, where so many dancers, lady dancers, have made a circle holding their hands each other and with many dancers, male dancers, who was grasping the neck of the dancers, lady dancers. And in this way, in circle, a dance is being done that is called Hallish Nirti. And Hallish Nirti is called Ras. Hallish, Ras – это разновидность танца, во время которого девушки, держась за руки, формируют круг, а юноши держат их сзади за плечи. Вот это такой вид танца. The second meaning of ras is rasanam samuho rasah, the samuho, the heap of ras, group of ras is called ras. Второе определение, что раса – это кипа расы. That means совокупность всех рас. That means in ras everything is ras. Раса – это совокупность разновидностей разных проявлений расы. Все в ней раса. So one ras, Shri Rasa is Shri Krishna, and Shri Krishna has manifested himself into four forms: Priya, Lal, Sahachari, and Vrindavan. Shri Krishna has manifested him into four forms. Krishna проявился в четырех формах: Priya, Lal, Vrindavan, and Sakhi. Sakhi и Vrindavan. So one thing is manifested in four forms. So all are rasaswarup. Priya, Lal, Sakhi, Vrindavan – это четыре проявления Кришны, и все они раса мои, они все состоят из расы. The ancient scholars has described it in one shloka. Один пандит описал это в своей поэзии. Priya Shakti Alharani, Priya Ananda Swarup, Tan Vrindavan Jagmage, Ichha Sakhi Anu. That means one ras is manifested into four forms. One is Priya. Priya means Shri Radharani. Раса приняла четыре формы. Priya – это Шри Мати Радхарани. The second is Shri Krishna. Второе проявление расы – это Шри Кришна. Shri Krishna is rasa swarup, Priya is ladini shakti. Priya – это хладини шакти, а Кришна – это раса сварупа.
Shri Vrindavan, it is the body of Shri Radha Krishna. Vrindavan – это тело Радхарани. And Sakhi, they are the desires, whatever desires Shri Krishna or Shri Radhika have in his, in their heart, that desire has manifested in the form of a Sakhi. То есть Вриндаван Дам – это проявление Радхи и Кришны, а Сакхи, Радхи и Кришна – это проявление всех их желаний и эмоций. So in this way, the one ras is now transformed into four forms, and that is Radha Krishna, Sakhi and Vrindavan. Тотальность расы разделилась на четыре проявления – Радху, Кришну, Сакхи и Вриндава. So, rasanam samuho rasah, that means here everything, the vibhav samagri is ras. Поэтому во втором определении говорится, что расы – это кипа расы. In the ras, four ingredients are used to make ras. Четыре ингредиента необходимы для создания расы. The main thing is sthayi bhava. Sthayi bhava – это основной ингредиент. The second thing is vibhava. That means the persons who are having and to by seeing them, the ras is emits in the heart of a person. So that means the subject matter. That is called vibhava. Затем вторая самагри – это вибхава, тот, кто стимулирует эмоции в сердце, объект стаи бхавы. The third thing is the ingredients of ras. The third ingredients of ras is that is anubhava. Anubhava – третья самагри, ингредиент расы. Anubhava are those actions that is coming as the reaction of emotions in the ashraya padartha. Anubhava – это состояние и поступки, которые являются реакциями на испытываемые эмоции. One thing is the ashraya. What is ashraya? So, the subject matter, it has two forms. The vibhava samagri has two forms. Vibhava samagri делится на две составляющих, две формы. One is Alamban and other is Uddipana. Uddipana и Alambana. Alamban means who is the base of emotion. Alambana – кто является обителю эмоции. The base of ras is Shri Radha Krishna. So, that is the Alamban. Radha Krishna является Alambanai эмоцией. Alamban also have two forms. One is ashraya and other is vishaya. Alambana делится на две составляющих, в свою очередь. Vishaya и ashraya. Seeing this thing, the emotions are emitting in the heart, that will be called alamban. That means Shri Krishna, as seeing Krishna, Shri Radhika is feeling the love towards Shri Krishna. So the subject is called alamban. Object will call alamban. Object will call alamban. Объект любви, при виде которого проявляются определенные чувства, эмоции любви, называется алампана. То есть, когда Радика видит Кришну, она испытывает тот же прилив сильных эмоций, любви к Нему. But on the other hand, in whose heart the feelings are emitting, that place will be called ashraya. That means Shri Radharani is ashraya. Радика является ашраем любви, потому что в ее сердце появляются эти эмоции, а Кришна – это объект ее любви. So in this way, to seeing whom, that object is called vishaya, and in which heart, in whose heart,
the emotion is being emitting, that place is called ashram. То есть радика является ашрай аламбаной. Она испытывает эмоции, и любовь покоится в ее сердце. А Кришна вишай аламбан, он объект ее любви. Though in frame, both are ashram vishay to each other. Конечно же, в любви идет обмен чувствами, это взаимная любовь. И для друг друга они могут играть роль вишай и ашрай аламбаны по отношению друг к другу. As when Shri Radhani sees Shri Krishna, then the love emits in her head, heart. In the same way, while Shri Krishna sees Radhani, then the love also emits in the heart of Shri Krishna also. Так как любовь и взаимна Радхи Кришны друг другу, то между собой они тоже чередуются, испытывая вот эти состояния Вишай Ламбаны и Ашрай Ламбаны, потому что Радика испытывает любовь, видя Кришну, Кришна испытывает любовь, видя Радху. So in this way, the lady and the male, the Purush and Stri, the lover and the beloved, both are ashray vishay to each other. То есть в взаимных отношениях возлюбленный, возлюбленная друг по отношению к другу является и ашрай ламбаной, и вишай ламбаной. But as previously I have described that Shri Krishna is vishay and Radhani is ashray. Но прежде я объяснял, что Кришна является вишай ламбаной, а Радха ашрай ламбаной. It has a special idea. Тут особый контекст, тут речь идет в объективном контексте лилы. So though in the erotic relationship both are ashray vishay to each other, even then the main vishay is Krishna and main ashray is Radha. То есть несмотря на то, что в своих интимных отношениях Радха и Кришна могут быть вишай и ашрай ламбанам, но объективно так в обычном контексте мужчина является вишай ламбаной Кришна, а Радха является ашрай ламбаной. Because while Shri Krishna sees Shri Radhani, he becomes very much happy and a glow come on his face. Когда Кришна видит Радику, он начинает светиться от радости. In the same way, when Shri Radhani sees Shri Krishna, then she becomes very, very much happy, and a glow comes on her face. Аналогичным образом, когда Радика видит Кришну, она тоже начинает светиться от счастья. But Shri Radhani is not using that happiness and that glow for herself. Вот это состояние радости, которое испытывает Радика, она не держит его для себя. То есть она сама им не наслаждается этим состоянием радости. She tried to surrender that glow for the happiness of Shri Krishna. Она тут же пытается задействовать вот эту радость в служении Кришне. Because in Shri Krishna Lila, there is no selfishness. Everything is for the beloved. В лилах Кришны not for oneself. Нет никакого эгоизма. Все отдается возлюбленному. In Kam Lila, in worldly erotic actions, everyone wants to get relishment himself, but in Shri Krishna Lila, nobody wants to have the happiness and relishness for himself. He wants to serve Shri Krishna. So there is no selfishness at all in Ras Lila. В мирских любовных отношениях каждый пытается насладить свои чувства. То есть люди испытывают страсть, похоть. Но в лилах Кришны нет никакой камы, никакого вожделения и эгоизма. Все возлюбленные пытаются усладить. So in this day,
While Shri Radharani is seeing Shri Krishna, no doubt she is getting happiness, because without happiness the rasa cannot increase. Естественным образом при виде Кришны Радика испытывает счастье, потому что без счастья, без такой реакции радости не было бы никакой расы. Because if there is no rasa, then no happiness, then no joy or no happiness, then there will be no rasa. Потому что как может быть раса, если нет никакой радостной реакции со стороны возлюбленной, когда она видит своего любимого? So, Shri Radhani is seeing Shri Krishna and she is getting very much joy and happiness. But she never uses that joy for herself. She surrendered it to Shri Krishna. And how? I will explain it. Естественным образом при виде Кришны Радика испытывает эмоции восторга и радости, но она тут же задействует эти радостные эмоции в служении своему любимому. И я объясню вам, каким образом именно это происходит. By seeing Shri Krishna, Radharani got happiness, and her beauty is very much increased, and she got a very beautiful glow on her face. При виде Кришны Радика начинает сиять от радости, и вот эти ее эмоции любви делают еще более прекрасной. And that glory is not pleasing herself. She offers it. She surrendered that glow to Shri Krishna. И вот это сияние, свою новоявленную красоту Радика отдает Кришне, предлагает ему. So in this way, there is a conflict, there is a competition between the beauty of Shri Krishna and the love in the heart of Shri Radharani. То есть происходит такое соревнование между красотой Кришны и любовью в сердце Шримати Радхарани. Seeing the beauty of Shri Krishna, the smartness of Shri Krishna, the love in Radharani's heart, saying, "Oh, I am not less than you. I will increase," and that love doubles itself. То есть все время сердце Радики пытается нагнать красоту, юмор Кришны, его интеллект. То есть сердце Радики, любовь в ее сердце конкурирует с качествами Кришны. Говорит: "Ох, какой ты удивительный! Но я сейчас тебя догоню." And while the smartness and beauty of Shri Krishna is seen, that the love is being double. So let me also increase. And at that time, the beauty and smartness of Shri Krishna begins four times more than previous. То есть что получается, созерцая красоту Кришны или восхищаясь его смекалкой, интеллектом, Радика испытывает новый прилив любви в сердце, то есть любовь удваивается. От этого качества Кришны еще, то есть вдохновленной этой любовью, Кришна становится еще прекрасней, еще умней, и сердцу приходится снова нагонять. And seeing the beauty of Shri Krishna increased four times more, the love is also so much enthusiastic that he thinks, though I will not remain limited, so it increases himself. And it becomes the eight times more. And in this way, they are multiplying. And how long they will increase, it cannot be decided. То есть вот этот конкурс, это соревнование приводит к бесконечной прогрессии. То есть любовь удвоилась, качество Кришны выросли в 4 раза, любовь увеличилась в 8 раз. И так они друг друга постоянно догоняют до бесконечности. So bibhurapi kalyan sadav vriddhim gurrapi gauravacharya vihinah mu upachit vakramapi shuddha jayati muradvishi radhikan ragah shri chaitanya in chaitanya charitamrita it is described that gurrapi kalyan sadav vriddhim the love of Shri Radharani is though it is very very much heavier even then it is increasing continuously.
То есть читание Чаритамриты сказано, несмотря на то, что любовь Радики уже безгранична и неисчислима, но она продолжает все время расти и расти. In this way, Shri Krishna is surrendering his happiness for Shri Radharani, because seeing the beauty of Shri Krishna and the glow of Shri Krishna, the love in the heart of Shri Radharani is increasing. And seeing the beauty of Shri, that glow on the face of Shri Radharani, the beauty of Shri Krishna is increasing continuously. So in this way, both Radha and Krishna is surrendering his joyness to the other. То есть оба, Радха и Кришна, служат друг другу, предлагая друг другу свою радость. То есть когда Радика видит красоту Кришны или восхищается его качествами, она сияет от радости, и эту радость она использует как служение Кришне. И Кришна взаимно радуется и сияет, ликует, когда он восхищается Радикой, и вот эти чувства он предлагает Радике. То есть идет постоянно взаимный обмен вот этой любовью, красотой, взаимным восхищением. To sing to each other, both having the joy, and both is being much more beautiful. То есть оба... And they are offering, they are surrendering their beauty to the other person. They are not using it, and they are not getting the relishment of that beauty for themselves. They are surrendering it. They are making that beauty a part of his service to Krishna, or to Shri Radha. Оба, Радха и Кришна, служат друг другу взаимно своей красотой и своей радостью, которую они получают от общения друг с другом. Никто не пытается удержать это все для себя, для эгоистичного удовольствия, наслаждения. Even then, that surrendering is not equal. Но все же они не равны в этом духе отдачи друг другу. Shri Radharani surrenders her joy fully, 100%. To Shri Krishna. Радика на 100% отдает все Кришне, все свое удовольствие она на 100% тут же предлагает Кришне. But Shri Krishna has a defect in him. Но Кришна есть один изъян в нем кроется. And that defect is Shri Krishna is Atma Ram Purnakam. Потому что изъян Кришны заключается в том, что он Атма Рам. That means he is self. Satisfied. Самодостаточный, самоудовлетворенный. And due to this impression, this sanskar, kusanskar, bad impression in his heart, he could not surrender the full joy to Shri Radharani. У Кришны есть один изъян. Это у него кусамскара. Плохая самскара осталась от того, что он атмарама. И вот она не позволяет это кусамскара ему на 100% вернуть Радике всю вот эту красоту и любовь и эмоции. Приходится немножко себе оставить. Shri Krishna surrenders his joy 99.9%, but 0.1% is rest in his heart due to that Atma Ramta Purnakamta. Из-за вот этой кусамскары плохой атмараматы своей Кришна лишь способен на 99.9% отдать все Радике, но 0.1% он все же оставляет себе. So Krishna fails to surrender his joy fully to Shri Radharani because he is by nature Atmaram Purnakam. Но не получается у него на 100% все отдать Радике из-за того, что вот это, по природе у него этот изъян присутствует. Самодостаточность вот это мешает ему. And Purnakam means who is fulfilled in his desires. То есть у него самодостаточность и полное самоудовлетворение. Вот эти самскары существуют. So, in comparison, Shri Radharani is better than Shri Krishna because Shri Radharani surrenders his full joy and make his full
relishment, full experience as a instrument to serve Shri Krishna. Поэтому в полной самоотдаче, конечно, Радика превосходит Кришну, потому что ей удается услужить ему гораздо лучше, чем ему ей. Shri Krishna also do this. Even then, he fails in 0.1%. Кришна просто чуть-чуть не дотягивает до уровня Радики, немножко, на 0.1%. So, though in erotic relationship, both are ashra visha to each other, but even then, because Shri Krishna has one point reserved with him, so Krishna is visha and Radharani is ashra. И как вы помните, мы уже говорили, что в обычных взаимных любовных отношениях герой и героиня чередуют эти роли Вишаи, Ашраи и Ламбаны. Но все же в контексте Радхи и Кришны, из-за того, что в Кришне присутствует вот этот изъян, и толику он оставляет в себе, придерживает, поэтому в отношениях Радхи и Кришны все равно Кришна всегда считается Вишаи Ламбаном, а Радха считается Ашраи Ламбаном. So, Rasanam Samuho Rasa, in this definition, the rasa has four ingredients and one is Vibhav. And in Vibhav, Vibhav is of two types, Ashra and Vishay. In this way, Shri Krishna is Vishay and Radharani is Ashra. И мы уже, как вы помните, обсуждаем Vibhav Самагри расы, и мы уже сказали, что две составляющих Вишай и Ашрай, что Кришна остается Вишай Ламбаной Вибхавы, а Радика является Ашрай Ламбаной Вибхавы. The other form of Vibhav is Uddipan Vibhav. Еще одно проявление. Inflaming Uddipan. Yes. Uddipana, то, что как-то стимулирует, зажигает. Uddipan Vibhav is Shri Vrindavan. Vrindavan является Uddipanai, вот этим стимулирующим фактором. Seeing the beauty of Vrindavan, beauty of Shri Yamunaji, beauty of the creeper houses, Shri Radha, Krishna and all Sakhigan have their feelings Uddipit. То есть для Саки Inflamed. Вриндаван, Кунджи, рощи Вриндавана, Ямуна, они все являются удипанной для Радхи, Кришны и Саки, потому что они стимулируют, разжигают их романтические эмоции. As Vibhav is of two types, Ashra and Vishaya, in the same way, Uddipan is also of two types. Удипана, Вибхава существует двух видов, и Уддипана существует тоже двух видов. One Uddipan is the atmosphere, the panorama, the atmosphere of Ras. То есть одна Уддипана это ландшафт Расы, то есть атмосфера, окружающая среда. The other Uddipan is the ornaments as well as the activities of Vishaya is called also Uddipan. А вторая разновидность Уддипаны это поведение и украшение Вишай Ламбаны, то есть объекта любви. Это тоже Уддипана. Vishaya is Shri Krishna. That means the action and activities of Shri Krishna and his dress, his beauty, his ornaments, those are also Uddipan. То есть Вишай Ламбана мы уже слышали, что это Кришна, и то есть его поведение, его внешний вид, украшение, его красота, все это является Уддипаной. So it should be very much clear that the action of Ashra is called Anubhav, and the action of Vishaya is called Uddipan. То есть теперь мы понимаем, что поведение Уддипан. Вишай Ламбана называется Уддипана, а Анубав. Wait, I'm confused. Yes, yes. Ашрай Ламбана это Анубав. I'm repeating it. That
the action of a vishay is uddipan, and action and activities of ashray is anubhav. Да, снова повторяем, что поведение ашрая аламбаны это анубава, а вишая аламбаны это уддипана. It can be understood in this way: the activities of Shri Radharani, because Radharani is ashray, so action of Radharani will be called anubhav, and Shri Krishna's vishay, so the action, that means playing flute, going very beautiful way, moving in the very beautiful way, his mukut, his kundal, his garland, his kachini, his dhoti, his nupur, all these things of who is related to Shri Krishna, that will be uddipan for Shri Radharani. То есть все связанное с Кришной будет уддипаной для Радхарани. Его поведение, походка, улыбка, его речь, его украшение, его игра на флейте, его мукута. А Радика испытывает анубхавы, реакции на поведение Кришны. So again, the action and the shringa of Krishna will be called uddipan, and action on shringa of Shri Radharani, actions of Radharani will be called anubhav. То есть Кришна стимулирует, Радика реагирует, то есть все вид Кришны, его поступки это уддипана, а поступки и вид Радики это анубхава. In the same way, and that those anubhava and uddipan both are also ras. So rasanam samuho rasa. И то есть вот эти уддипана и анубава это составляющие эти самагри расы, поэтому это все придает всплеск расе. Now the third thing is, third ingredient of rasa is that is sanchari bhava or vyabhachari bhava. Еще один ингредиент расы это санчари бхавы или вьябхачари бхавы. Who promotes, who motivates and promotes the sthayi bhava, that will be called sanchari bhava. Sanchari bhava, они стимулируют sthayi bhava, это проходящие эмоции, и они стимулируют, подпитывают sthayi bhava, основную эмоцию любви. Shri Radharani is having love for Shri Krishna, so Krishna Rati is the sthayi bhava. And Shri Radharani sometimes becomes very much happy. That happiness, harsh, is a sanchari bhava. Sometimes she becomes very much perturbed. That chinta becomes also sanchari bhava. То есть зафиксированная основная эмоция Радики по отношению к Кришне, ее Ради, это романтическая любовь. Но при разных обстоятельствах Радика может испытывать разные эмоции. Она может быть в состоянии ликования, харши, радостном возбуждении. Это санчари бхава. Она может быть взволнована, это тоже санчари бхава. То есть вот эти проходящие, чередующиеся эмоции, это санчари бхавы. И они стимулируют и подпитывают ее стаи бхаву. So being nourished by all these things, the sthayi bhava turns to the ras avastha. Vibhav, anubhav, vyavachari, sanyogat, ras nishpatti. By nourishing, being nourished by all these three things. Vibhav, anubhav and sanchari bhava. И когда вибав, анубав и санчари бхав насыщает и стимулирует sthayi bhava, то происходит, проявляется раса тогда. Very fine. The sthayi bhava then becomes ras. Sthayi bhava превращается в расу. And here he is saying that everything is rasanam samuho rasaha. Here every ingredients, everything of this ras, every ingredients, every part of this ras is full of ras. And the group and that heap of that ras is called ras. И вот тут поэт объясняет, что вот эта кипа этого изобилия расы в разных ее проявлениях и составляющих и называется раса. In conclusion, I am repeating that
the main ras is sthayi bhav. То есть главная эмоция, фундаментальная эмоция в расе – это стаи бхава. If rasa is nourished by three things, vibhava, anubhava and sanchari bhava, then it becomes rasa. Если на нее, на стаи бхава влияет вибхава, анубхава и санчари бхава, то тогда стаи бхава превращается в расу, переходит в расу. The first thing is vibhava. Vibhava has two types. Vibhava делится на две категории. One is alamban and other is uddipan. Alambana и uddipana. Alamban also has two types. Alamban тоже делится на два вида. Ashray and vishay. Vishay, ashray и vishay alamban. In Shri Rasleela, the main ashray is Shri Radharani. And main vishay is Shri Krishna. То есть в контексте Расалилы всегда Радха будет главным ашрая ламбаном, Кришна будет вишая ламбаном. So though in erotic relationship both are ashrayas vishayas to each other, but in Shri Vrijalila, Shri Krishna is main vishay and Shri Radharani is ashraya. То есть мы фиксируем контекст последующей катхи, потому что в своих личных взаимных отношениях Радха и Кришна могут быть для друг друга и вишай, и ашрай любви. Но в контексте того, что будет услышано Раса Лили, Кришна всегда остается вишай аламбаной, Радха ашрай аламбаной. In this way, the аламбан вибхав is described. И таким образом аламбана описана. Now, the second вибхав, that is Uddipan. Uddipan also has two types. И мы слышали об уддипане, стимулирующем, тоже делится на два вида. The atmosphere is also called uddipan, as well as the activities and actions of ashray, that means of Shri Radharani, will be also called uddipan. No, Krishna. Yes, no, sorry. Krishna is. The atmosphere is also called Uddipan and the activities of Shri Krishna and his Shringar will be also called Uddipan. Есть две разновидности Уддипаны, то есть окружающая среда Вриндаван Дхама будет Уддипаной, и также поведение и красота самого Шри Кришны, его внешний вид, это вторая разновидность Уддипаны, того, что стимулирует чувства. In this way, the vibhava is described. Таким образом описана вибхава. The other thing is, the second thing is anubhava. Anubhava means the activities of ashraya, that means Shri Radharani. Anubhava, the reaction ashraya, Shri Mati Radharani. The third thing is sanchari bhava, that means that is making uddipt or inflaming the bhava, that is called uddipan vibhava. Uddipan. That is called sanchari bhava. И также существуют санчари, проходящие эмоции, которые стимулируют, подпитывают, разжигают стаи бхаву. Sanchari bhava is just like the waves that is coming out of the ocean and they are merging in the ocean itself. Санчари бхава, эти проходящие эмоции, можно сравнить с волнами в океане. Они вздымаются из океана и снова потом затихают в океане, спадают в океане же. So, harsh, chinta, udveg, these are the sanchari bhava. И разные разновидности, вот этой радости, взволнованности, обиды, это все разные проявления проходящих эмоций санчари бхава. And all these things are, all these ingredients are made of ras, and in this way, ras means the heap of ras. Rasa nam samuho ras. И то есть опять все эти вышеперечисленные эмоции, они являются составляющими ингредиентами расы. И как мы уже услышали, что раса это вот эта кипа, гора разных проявлений расы. Now the third definition of ras. That is Param Rasa Kadambaha Rasaha.
И третье определение расы, которое мы слышали, Санатана Госвами Пада. Param Ras Kadamba. Param means the supreme, the epitome. Param – это непревзойденное. So Param Ras is the epitome of Ras. And epitome of Ras is Parikiya Bhav. That is in Radharani. Param Ras means the love that rests in the heart of Radharani will be called Param Ras. Param Ras – это Парикия, любовь, которая царит в сердце Шримати Радхарани. Normally, everything that is relishing, that will be called Ras. Обычно любое наслаждение называется расой. But the Param Ras is the epitome, and that only rests in the heart of Shri Radharani. То есть все удивительные проявления трансцендентных вкусных эмоций считаются расой, но предел превосходства расы – это именно вот эта Паракия раса в сердце Шримати Радхики. Это и называется Парам Раса. Sarva bhavo gamullasi madnoyam paratparah rajate ladani sarah shri radhayam ev yasada. The madanakshi bhava is the epitome sarva bhavo gamullasi, from which all other bhav, all other emotions are coming out. Madanakshi mahabhava shrimati radhike — это предел, пик всей любви, из которой проявляются все существующие разные виды любви, более слабые. And it is unparalleled. It cannot be symbolized with any other emotion. И Маданаки Махабава – это непревзойденная любовь. Нет никаких других эмоций, которые даже близко можно сравнить с Маданаки Махабавой и Шримати Радхике. As the battle of Ram, Ravan is unparalleled, and the it can be symbolized only by Ram Ravan Yudh. Ram Ravan Yor Yuddham, Ram Ravan Yor Riba. The fight of Ram Ravan is like Ram Ravan. No other fighting is like that. In the same way, the love of Shri Radharani is like Radharani. No other parallel is found everywhere, anywhere. Подобно тому, как битва между Рамой и Раваной несравнима ни с чем. Ее можно сравнить только с битвой между Рамой и Раваной. Аналогичным образом, любовь Радхики уникальна, она лишь в своей категории. Нет, ее можно сравнить только с любовью Шримати Радхики. Нет ни других существующих сравнений. So what is Ras? Ras is Param Ras. That means it is the relishment of Shri Radharani with all his antaras and all his sakhi with Shri Krishna. Param Ras is the relishment of Radharani. И то есть Param Ras, вот это что такое раса в этом третьем определении Param Ras — это наслаждение, вот это эмоции Радхики, которая находится в своем окружении. And Param Ras Kadamba. Kadam means the group. Kadamba — это группа. That means Shri Radharani is manifesting herself in so many forms of gopis. То есть Радика проявляет себя в этих бесчисленных формах других девушек, гопи. That means Shri Radharani is placing herself in the heart of every gopi. Some part of Shri Radharani is placed in all gopis, and in this way, Param Ras Kadamba, a kadam, a group of love is manifested in Ras Mandal. То есть надо понимать, это танец Раса Лила, что Радика присутствует в каждой из этих гопи, каждой из этих девушек. И она присутствует в сердце каждого, и вот это идет всплеск вот этой любви, и вот этот проявляется Param Rasa, танца Раса Лилы. So it is normally it is seen that there are so many Shastra gopi, the lakhs of gopis are there. Even then, in every gopi, some particle of Shri Radharani's bhava is also resting.
Все знают, что в этом танце принимали участие тысячи и тысячи гопи, но нужно знать, что хоть даже толика, но все же Радика толикой, но все же Радика присутствовала в сердце каждой девушки, которая принимала участие в этом танце. So in this way, the param ras becomes a kadam, that means a crowd, a heap of that param ras, and that is ras. Поэтому тут получается вот такое это глобальное проявление вот этой расы, что тут и группа огромная, и вот эта кипа расы, то есть гора целая различных проявлений расы, все это присутствует во время расы Лилы. Param ras kadam maya. What is maya? Maya means it is the bahulya, the plenty of that ras. Maya pratyay is plenty. Plenty. Prachur, prachur. То есть изобилие, то есть вот это такое массовое, глобальное изобилие, переизбыток расы присутствует в этой лиле. Прачур, это майя, избыток. So everything, Shri Radharani is manifesting in everything. That means every ornament, every particle of Brijaraj is Radharani. The love of Shri Radharani. Radharani is the love of Radharani is there. And in this way, Shri Krishna is playing in that. That is the param ras kadamba maya. Maya pratyaya is used. Yes. Надо понимать, когда Бхагавад Гита Радика проявляется в сердце каждой гопи, или Радика где-то проявляется, идет речь о ее любви, насказательно. То есть Радика во время расы Лилы проявилась в каждой пылинке Враджа, во всех украшениях, во всем, везде, все было насыщено ее любовью. Майя-пратия is used in two meanings. One is ingredients, and the other is plenty. That means prachurya and swarup. These are the two meanings of maya pratyaya. Swarup means ingredients. And prachurya means the plenty. То есть тут два значения майи. Ингредиенты, составляющие, а второе значение изобилие. So everything of Shri Ras, even a little particle of ras, everything that is Shri, love of Shri Radharani has taken manifest, is manifested in everything. That means the creeper house is the love of Shri Radharani, the shringar, the garland, what is Sakhi and Shri Radharani and Shri Krishna is bearing, that is also love. The whole ornaments, that is love, and the feelings are also love. So everything is bhav, samagri, and the individuals, particles. Everything is love. То есть нужно понимать, что раса Лила — это проявление любви Шри Мати Радарани. Во время расы Лилы все состоит из любви Шри Мати Радарани, и гирлянды Радхи, и Кришны, и гопи, и сама дама, и сама площадка для танцев, каждая пылинка, все кунджи, все это проявление любви Радики. То есть каждый ингредиент, даже самый крошечный, и вот это присутствует в изобилии, второе значение слова май. So in this way, this definition of Ras, of Elder Goswami, Bade Goswami, Shri Sanatana Goswamiji, is the complete, because it contains the Ras as well as the theory, as well as the philosophy, both three things. So this is the complete definition. Поэтому мы считаем, Вайшнавы считают определение, которое дал Сананда Госвами Пад, идеальным. Оно совершенно, потому что оно излагает и теорию, и философское понимание, и вот эту эмоциональную насыщенность самой расы. Now, Shri Shira Swami Pad has described this Raslila as Nirvatya Pareyam Panchadhyayi. Now I am starting the second chapter, new thing, new aspect, and that is
Nrutta Pariyam Raspanchadhyayi. What is Raspanchadhyayi? Shri Shiraswami described it and underlined it, that Raspanchadhyayi is Nrutta Par. That means it is a mortification. It contains the mortification, mean, nirvritti, mortification. Sridhar Swami объясняет, что такое раса панчачаи, что это умертвление, умершение. Yes. Though the Raslila is a lila, a pastime of very affection, but the motive of it is to make mortification. То есть он disattachment from worldly things. То есть надо понимать, что раса панчачай, как Шридхар с вами объясняет, что хотя это лила о любви, но эффект ее это умерщвление плоти, укрощение плоти физической. So nirvritti parayam, that means whoever listens to Raslila, he will get the idea that this world is false, and the main relishable thing is the sweetness of Shri Krishna. То есть побочный эффект слушания этой лилы, что человек испытает, начнет чувствовать чувство отчужденности от материального мира, он поймет, что это пустое место, это мертвое место, и у него появится тяга к сладости лил Шри Кришны. So containing the erotic senses, even then, Shri Ras, the motive of Shri Raslila is to get rid from the affection towards the worldly things. То есть, несмотря на то, что в описании самой Расалилы присутствует очень много романтических элементов, которые обывателю покажутся обычным каким-то там любовью мирской, но все же побочный эффект этой удивительной лилы в том, что она уничтожает похоть в сердце человека. It can be proved by seeing that who is speaking this Rasalila. И это можно доказать, потому что просто разобравшись в том, кто рассказывает эту расу лилу. Speaker of this Rasalila is Shri Shukdev Goswami, who is very, very much Paramahans. То есть кто поведал эту расу лилу? Шри Шукадева Госвами, который является Парамахамсой, вообще освобожденной полностью личностью, святой. So if it would be a erotic story, then Shri Shukdev will not dare to recite it. И надо понимать, himself. Святая личность никогда не затронет ничто недостойное. The listener of this lila is who is the listener of this lila? He is Parikshit. А кто слушает эту лилу? Парикшит. Махарадж, царь Парикшит. Who have only 5 days rest of his life. Ему уже остается 5 дней жить. A person who is on the bank of, on the point of his death, will he like to listen the erotic story? То есть человек уже на смертном одре Камасутра интересоваться не будет, когда ему несколько дней жить осталось. So it is nirvritta parayam raspanchadhyayi. It shows, it proves that this raspanchadhyayi is to preach the nirvritti, not the pravritti, not the involvement, but uninvolvement from everything. Поэтому, если так вдуматься глубоко, то становится предельно ясно, что из-за квалификации повествующего и слушающего, что тут призвание это нивритти, а не вовлечь человека в мирское существование. And this lila is being recited in which group? И при ком рассказывается эта лила? В какой аудитории звучит эта катха? That is the mandali of Rishi mandali. All Rishis are sitting in that
as the audience. В аудитории сидят тысячи и тысячи мудрецов, святых личностей, слушают это. So if it would be a erotic story, then how they all rishi was so interestedly listening that. Какие риши стали бы слушать простую эротическую историю с таким интересом? So this lila is for renouncement, not for involvement. Поэтому нужно понимать, что эта лила очищает сердце от всей мирской скверны. So nirta paryam panchade, and the place where this ras lila is being recited, that place, which is that place, that is Ganga Tat, the bank of Ganges. И где повествуется эта лила, эта история? На берегу Ганги. It is not a palace of a king. Не во дворце где-то какого-нибудь царя. Where the all erotic things and erotic pictures are there, and all the erotic things are there. It is not a bedroom of a Bilasi Raja. То есть вот эта лила звучит не в спальне царя, где там все украшено какими-то эротическими картинами и танцуют куртизанки, а катха звучит в святом месте на берегу Ганги. So by desh, kal and patra, the place, the persons and the time, time, place and the individuals, persons, this lila is only for nirvritti, for the renouncement, not for involvement. То есть проанализировав очень внимательно и скрупулезно место, время, обстоятельства участников этой лилы, мы приходим к выводу, очевидному выводу, что это не нивритти лила, что это призывает к отречению, а не к вовлечению в материальное существование. So in this way, Shri Swami is describing Atha Panchami Adhyayi Pancha Prana Samam Munihi Rasam Praha Hare Lila Sarva Lila Shurumani. In this way, in five chapters, five adhyay, those are just like the Pancha Prana, five lives of Shri Shukdev Ji as well as Srimad Bhagavatam. Shri Shukdev Ji recites this Rasam. Шридхар Свами поясняет, что вот эти пять глав раса Панчача, это значит пять глав раса Лилы, что они являются праной Шукадева Госвами самого и также самого Шримад Бхагаватам. So Раслила is called Pancha Prana of Shri Shrimad Bhagavatam. Обычно раса Лила называют Панча Прана, вот эти пять глав раса Панчачай, описывающих раса Лила, называют пятью пранами Шри Шримад Бхагаватам. In Srimad Bhagavat, Shri Krishna, while Shri Krishna is giving Srimad Bhagavat to Shri Brahmaji in the beginning of this creation. Когда Кришна поведал Чатушлоки Бхагаватам Брахмаджи в начале творения, Shri Krishna says that Yavanaham Yathabhavo Yadru Guna Karmakaha Tathame Tattva Vijnanam Mastate Madhmagrahat. After preaching, after reciting the Chatushloki Srimad Bhagavat, Shri Krishna conclude in this way. Поведав Чатушлоки Бхагаватам Господу Брахме в начале творения, Кришна сказал следующее. So in this way, Shri Krishna is saying that Yavanaham. Yavanaham. That means, how am I? That means, I am Bhagavan. Кто я? Каков я? Кришна говорит, я Бхагаван, я Господь. Yavanam, yathabhava. Yathabhava means I am quite young, I am kishor. Я юный, кишор. Yavanam, yathabhava. Yadru, that means I am the most beautiful. Я молодой, я самый красивый. Yavanam, yathabhava, yadru. Gun. Gun means I am the best lover. Я самый лучший герой, возлюбленный. And karma kaha, my best activities is ras. И раса — это моя лучшая деятельность.
So what Shri Krishna want to preach Shri Brahma? That its illustration is this Rasa-lila. То, что Кришна хотел донести до Брахмы, вот это проиллюстрировано в Раса-лиле. Shri Krishna has indicated five points that in Srimad Bhagavat you will find five things, and those five things are well illustrated in Ras Panchadhyayi in these five chapters. Эти пять идей, которые Кришна хотел донести до Брахмы, они как раз описаны, присутствуют в Раса Панчадхьяи, в пяти главах описания Раса Лилы Шримад Бхагавата. So Yavanaham, that means the Bhagavata of Shri Krishna, is most best described through Ras Panchadhyayi. Божественность Кришны лучшим образом описана в Раса Панчадхьяи, изложена, донесена до всех вот это то, что он Бхагаван. Ятхабхава, that means the Madhur Priti, is the best way to realize Shri Krishna, and the best form of Shri Krishna can be realized by his Madhur Lila. То есть, служа Мадхур-лиле, можно постичь наилучшую, наивысшую постать Кришны, его самую сладкую изначальную форму, его настоящего Кришну. So Yathabhava, that means it is also described in Shri Chaitanya Charitamrita. Это также описано в Шри Чайтанья Чаритамрите. That Madhurya Bhagavata Sar, Bridje Kail Parcha, Tahashuk Vyasen Nandan, स्थाने स्थाने भागवते वर्णी आछे जनाईते यहा सुन माते भक्तगण द नेक्टर दैट द जिस्ट ऑफ भगवत्ता इज माधुरी द स्वीटनेस इज द जिस्ट ऑफ होल भगवत्ता. Сказано, что сладость мадурия это эссенция Бхагаваты, божественности. That means Shri Krishna has so many opulences, six opulences, Shad Aishwarya, Aishwarya Samagrasya, Viryasya, Shashriya, Gyanvairagya, Shaivam. So Aishwarya, Yash, Shri, Gyanvairagya, Power, Bal. But the main thing of Aishwarya, that is Shri. That means Madhuri. То есть мы знаем о Бхагаване, у Господа есть шесть главных достояний, но среди них Шри, красота, занимает главное место, первое место. So, though Shri Krishna has six Aishwarya, even then, the main Aishwarya is his sweetness. Его сладость – это главное его из шести достояний. And that sweetness is fully manifested and fully illustrated and described in the Rasa Lila. И ярче всего вот эта мадурия, эта сладость, его красота проявлена во время Раса Лилы. So Yavanaham Yathabhava. Yavan means I am Bhagavan. Krishna говорит. Yathabhava means I am full of sweetness. То есть Кришна объясняет Брахме, что Кришна есть Господь, что он преисполнен сладости. And Yadrup. Yadrup means the human body and human figure is the best figure. The sweetness cannot manifest in the form of Shri Nrisingh. Sweetness cannot be manifest in the form of Matsya or Pur. In comparison of Shri Krishna, they stand nowhere. То есть сладость Господа Шри Кришны лучшим образом проявлена в его человекоподобном облике. Она, сладость не настолько проявлена в облике Нарсимхи Бхагавана или Матси Аватары. То есть сладость, конечно же, ярче всего присутствует в человекоподобной форме. So the best form is Shri Krishna, Yavan, Yathabhava, Yadru. And Guna, the best Guna is of Shri Krishna. Krishna has so many guna, unlimited and uncountable guna, qualities. But Shri Krishna has two qualities. Those are extraordinary and those are the best. And he has two qualities. То есть лучшая форма Кришны – это Кишор, юноша Кришна.
во Вриндаване. И у него бесчисленное количество талантов, достоинств, качеств, но две гуны у него главные. The two qualities are bhakta vatsalta and prema vashyata. He is very much kind and he is always in the control of prema. He always surrender himself to the premijan, lovers. То есть два главных качества, что он всячески благоволит своим преданным бхактам, чрезвычайно милостив к ним. И второе качество, что он полностью под контролем любви находится. And these both qualities are very well manifested and very well illustrated only in the Rasalila. И вот именно в Расалиле оба качества проявляются самым таким ярким, насыщенным образом, наглядным образом иллюстрируются именно в Расалиле. So Yavan Aham, that means I am Bhagavan. Yathabhava, that means my most beautiful bhava is my sweetness. Yadrupaha, the human body and human figure is the best. Yadrupaha and Gul, that means Bhaktavatsalta and Premavashyata are the best and Karmaka. Now Karmaka. То есть Кришна объясняет вами, что я Господь, я вечно юный, моя лучшая форма ипостась — это человекоподобное тело юноши. И у меня два главных качества, вот это благоволение своим преданным и также полное подчинение любви. The best karma is described and best karma is illustrated only in the Rasalila, where Shri Krishna is just joining his hand and bowing his head in the lotus feet of Sri Radharani, is saying Napareham, Napareham. И наилучший подвиг, достижение, то есть лучший поступок Кришны как раз описан в Расалиле, когда, склонив голову у стоп Радхики и сложив ладони, Кришна провозглашает ее превосходство над собой. There was a Rashtra who was very proudly, and always he challenges everyone, very much arrogant, and he always used to challenge anyone, oh, just come and have a fight with me, I am ready to wrestle with you. То есть можно привести пример борца, который всегда, он был настолько надменным, горделивым, обожал драться и постоянно всем бросал вызов. One day he publicly was challenging that I am the best. There was also a other wrestler. И когда он так похвалился все время, я самый лучший, я самый лучший, ему повстречался и другой борец. Very humbly he came to him and said, oh, you are all spread in all over in the papers. And in IT and everywhere, you are all ever spread and you are so much famous. So nobody is here to fight you. But I only want to have a snack with you. So then I can prepare it and by doing energy, I can keep it into my bag, into my drawing room. И вот так где-то этот борец сидел, хвалился, и тут к нему подходит другой борец, очень скромно, кротко, тихо говорит: вы настолько известны, вы во всех газетах, всех средствах массовой информации, вы просто звезда борцовского спора, военных искусств, так вам нет равных, кто осмелится с вами сражаться, но я бы хотел бы хотя бы селфи с вами сделать, чтобы фотография была у меня, я мог бы себе куда-нибудь там на стеночку повесить дома. So kind that I can have a snack with you. Давайте сфотографируемся вместе, можно? And that arrogant master told, yes, if you want, where is your photographer? And my hand, and say, and I am ready. Это... As soon as the both shake their hand, the new one, master, pressed his hand in such a way that his wrist was twisted. He told, Navariyam, Navariyam. И когда они
Радхарани, и этот надменный борец сказал, ну конечно, давай, зови своего фотографа, я готов. И потянул ему руку для рукопожатия, чтобы запечатлить это на фотографии. И когда вот этот Тихоня пожал ему руку, он сдавил ее так сильно, что сломал сразу запястье этому горделивому борцу, и тот все сразу понял, что он потерпел поражение. И Кришна также доигрался. Вот он всем бросал вызов, считая себя самым лучшим, самым лучшим. Но оказавшись рядом со Шримати Радхарани, И Радике он пытался про свое величие как-то объяснить. Но и Радика, да, сказал, да, ты замечательный, давай ручки пожмем друг другу. But only by touching his hand, Shri Krishna has to say, Napariham, Napariham, I cannot match you, I cannot match you. Но your, это, your love. Почувствовав это рукопожатие, вот символическое, Кришна все понял, что все, я никто по сравнению с тобой. So Yadrup Guna Karma Kaha, this is karma. Вот это... this type of karma is not never find anywhere else. It is find only in Rasa. Вот это карма, такого поступка, такого поведения мы не найдем нигде. Это только присутствует в Раса Лиле. So this Rasa Lila is in this way the best Lila of Shri Krishna. Поэтому Раса Лила это просто жемчужина на короне всех лил Кришны. And in this way, this is the pran of Shri Srimad Bhagavat as well of Shri Shukdev. И поэтому вот эта Раса Лила является праной и Шримад Бхагаватам, и Шукадева Госвами. Это непревзойденная лила Шри Кришны. So in this way, in this background, that this Rasa Panchadhyaya is Nirvuttipar. It is it preaches the renouncement, not the involvement. It is the best form of best manifestation of Bhagavata. Now we are going to recite Shri Rasa Lila. И то есть сейчас опять снова напомнив вам, что эта лила, несмотря на ее внешнюю форму, что правильное понимание этой лилы, что она призывает к невритти, то есть к полному отречению от мира. И также, что эта лила является наилучшим проявлением Бхагаваты Шри Кришны, и запомнив это навсегда, мы приступим к самой Раса Лиле. In this way we have taken so much time, 3 days, only in introduction. So now we should start, and from tomorrow we should start, and we will come on the text. Мы 3 дня провели, подготавливая почву, подготовки к контексту того, что мы услышим, к правильному пониманию того, что нам предстоит услышать, и наконец-то завтра мы уже приступим к первой шлоке Раса Лилы. Боло Шри Рас Бихари Лали Ки Джай. Sadhu! Govinda Jai Jai Gopali Jai Hari